Окей, в этом коротком видео я расскажу тебе о том, как активировать Always On Display на твоих Huawei Watch GT 2 Pro. Эта функция по умолчанию отключена, и ее надо отдельно активировать. Она позволяет всегда отображать циферблат часов, а не только тогда, когда ты взмахиваешь рукой. Делается это очень просто и быстро. С главного экрана по свайпу вниз заходим в настройки. Здесь мы находим меню «Экран», а в нем находим пункт «Постоянное отображение». Заходим в него. Свайпая вправо, ты увидишь все 6 вариантов для Always On Display. Внизу под тремя из 6 постоянно включенных циферблатов ты увидишь значок шестеренки. Это говорит о том, что циферблат можно настроить, то есть выбрать для него цвет – красный, зеленый или белый, скажем. В общем, тапай по любому экрану, тебя система предварительно предупредит, что время работы часов сократится в 2 раза, и что при установленном Always On Display активация экрана взмахом руки будет отключена. Для того, чтобы активировать дисплей, нужно будет нажать одну из 2 кнопок, которые находятся справа. А чтобы отключить Always On Display, проделай тот же путь, но только в списке циферблатов выбери темный круг с подписью «Нет», и все вернется на свои места. На этом мы закончили. Если у тебя вдруг остались какие-то вопросы, спрашивай их в комментариях под видео. А сколько стоят такие часы и где их вообще купить в Беларуси, смотри по ссылке в описании.